Так, чашками не греметь, не прикасаться. Да, перестаньте, пожалуйста. Положите тарелки. Мы потом. Концерт начался. Вам возвестить благую весть. Уже явился вам желанный Спаситель мира. На земле пусть каждый, преклонив колени, прославит в радостной хвале любовь и полное прощенье. И будет мир в душе того, кто примет Господа как друга и верным станет для него, хваля дела его повсюду. Я вижу свет в одном окне, ученый звезды изучает. Вот взгляд остановил на мне, вот книги пыльные листает. О, этого не может быть! Ждали эту ночь долго. Ничто не может так светить, как знак родившегося Бога. Я знал, что будет праздник нам. Кто там? Ну кто-то в дверь ко мне стучится. Скорее открою я друзьям, чтобы этой вестью поделиться. Ты видел яркую звезду, что предвещали древние писания? Да, видел. Вас я только жду, чтобы разделить святое ликование. Давай собираться в путь. Пусть каждый Агнцу Святому возьмет подарок что-нибудь. Я золото возьму с дома. Ему я смирно повезу. Я подарю ему душистый ладан. Пока темна небесная зорь, скорее отправляться надо. Ушли они, далек их путь. Я их опережу немного. Хочу на поле я взглянуть, что выбрано по воле Бога. Овечье стадо здесь пасут три пастуха. Но что я слышу? Моя овца пасется тут, ее я за версту увижу. Нет, это не твоя овца, она моя. Чего тут спорить? Сейчас я позову отца. Папа! Эй, дети, хватит вздорить, ты чё всеобщий у нас? О, что за свет глаза мне слепит, ты честь небес, я слышу глаз. Послал меня Господь сказать, отныне всем к Нему взывавшим в Иисусе будет благодать. Хлеву его найдете спящим, идите в город Вифлеем, а по дороге говорите благую тьму всем, кого увидите, спешите. Давайте искренней мольбой пред Господом очистим сердце. Прости, Господь, грехи мои, не с ними, помоги расстаться. Отныне в руки лишь твои, хочу навеки я отдаться. И в эту ночь благодарю тебя за Рождество Христово, за вечную любовь твою и за твое божественное слово. Сынок, взбодрись. Ну что ж, отправлюсь я к волкам. Они уж далеко от дома, гремучим подошли леса. Миссию свою пред Богом мы должны исполнить, ведь мы идем к царе и царю, всегда об этом помнить нужно. Ты прав, ничто нам не должно мешать достигнуть нашей цели. Мы тут довольно посидели, пора уже идти.
волхвов. А пока они идут, разгадаем загадки. В саду Эдемском было чудо, что мудрости плодом наречено. На ветке гибкой быстро зрело, его срывать запрещено. А кто запрет нарушил? Ева. Ворох. Ева. И был поток на всей земле, на ней погибло все живое. Животных пары все ж спаслись на корабле. А чей то был корабль? Громче. Народ великий был рабом, казалось, в той стране погибнет. Бог позаботился о нем. Как та страна звалась? Египет. Так. Гора Синай в пустыне дикой, святою милостью на ней нам заповеди дал Господь Великий. Но кто донес их людям? Моисей. На жертвенник он сына положил, творя веленья Господа упрямо. Но ангел вдруг его остановил. Кого Господь проверил? Авраама. Пророк писал о рождении. Так значит, царь земли рожден? И где сейчас находится Спаситель? Мы знаем. В Вифлееме он. Туда сейчас же вы идите. За вами след пойду и я. Коль мне укажете дорогу, и я хочу моим друзьям Мессии поклониться. Ну что ж, прощай. Идем, друзья. Глупцы! Он славы недостоин. Какой Спаситель? Власть моя! Он для народа не отнимет и крошки хлеба у меня. Что мне, народ, пускай погибнет хоть весь он, мне не будет жаль. И в этом мире безграничном я буду полновластный царь. Уж я придумал план отличный, пускай расскажут лишь волхвы, где мне найти того младенца. Пошлю ему я не дары, а нож вонзенный прямо в сердце. Ах, снова эта боль в груди, ее я выдержать не в силах. Смотрите, наша впереди звезда уже остановилась. За ней шли мы очень долго, трудна была дорога та. Но мы у цели, слава Богу, у двери вечного Христа. Аминь. Выходите все. Все. Я пусть пониже попробую, пусть. Нижнись туда. Баранья должен быть подсадить на яйцо. Все, приготовили? Пит Творца Вселенной, человек был сотворен. Не боликует, славят ангелы.
Ночь тиха, под верби зыбкой звезды южные дрожат. Отче матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних. Вот пропели петухи, и за ангелами вышних славят Бога пастухи. Ясли тихо светят взору, а за Марии лик звездный хор к иному хору слухом трепетным приник. И над ним горит высоко та звезда далеких стран. С ней несут цари Востока Злата, Смирну и Ливан. Встаньте, войдите в голову жилье, душу злодите, скажите всем. Слава высок народу, со всеми самим. Слава смеху Богу, на земле и мило. Там, где отдыхает безнарезно тварь, ясных почивает сил мило царь. Был день как день, совсем обычный. Кипела суета кругом, но вот походкою неслышной вошел к Марии ангел в дом. Воскликнул: радуйся, Мария! Господь тебя благословил, и о рождении Мессии посланец Божий возвестил. Он сыном Бога наречется и будет царствовать вовек. Тот, кто уверует, спасется, да будет счастлив человек. На лошадках санках едем мы зимой, и на сердце сладко по пути домой. Колокольчик звонко на другой звенит, и лошадка резво быстро по полю бежит. Рождество, Рождество, это Рождество. Благословен тот день и час, когда Господь наш воплотился, когда на землю Он явился, чтоб возвести на небо нас. Благословен тот день, когда отверзли тьма врата Эдема, на тихой весью Вифлеема взошла чудесная звезда, когда над храменою Бога в полночной звездной полумгле воспели слава вышних Богу, провозвещая мир земле и людям всем благоволенье. Благословен тот день и час, когда в Христовом воплощении звезда спасения зажглась. Христианин, с бесплотных ликом мы в словословии великом сольем и наши голоса, да песнь проникнет в небеса. Здесь, воспеваемая долу, песнь тихой радости души предстанет Божию престолу. Но ощущаешь ли, скажи, ты в чувстве радости спасения проникли, вошел ли с Господом в общение? Ответь, возлюбленный мой брат, ты ныне так же счастлив, рад, как рад бывает заключенный своей свободе возвращенный. Ты так же счастлив, как больной, томимый страхом и тоской, бывает счастлив в то мгновение, когда получит исцеление. Мы были в ранах от грехов, уврачевал их наш Спаситель. Мы были в рабстве, от оков освободил нас Искупитель. Под тучей гнева были мы, под тяготением проклятия. Христос рассеял ужасть тьмы нам, воссиявшую благодатью. Приблизь же к сердцу своему ты эти истины святые, и, может быть, еще впервые воскликнешь Богу своему ты в чувстве радости спасения. Воздашь ему благодарение, благословишь тот день и час, когда родился он для нас. Мы сегодня с папой вместе полку мастерили. Обрезали, шлифовали, красили, пилили. Полка вышла хоть куда, но случилась вдруг беда. Молоток я в руки взял, он мне на ногу упал. Слезы брызнули из глаз. Папа бросил все тот час.
взял зеленку, бинт и ватку, обработал быстро ранку, пластырь сверху прилепил. Говорит: сынок, черпи и не плачь, ведь ты большой. Ты не плакса, а герой. А герой, конечно, знает, что терпение помогает. Справиться с любой болью, закаляет дух и волю. Боль утихнет и пройдет, ранка эта заживет. Станет мой сынок взрослее, терпеливее, сильнее. Наш Господь глядит с небес, улыбается тебе. Он победе рад твоей, вытри слезы поскорее. Больно мне, но я терплю, я ведь Господа люблю. Молодец, отец. Хорошее наставление. Во дворе сидел ребенок, что-то тихо бормотал, и на маленькой ладошке пальцы робко зажимал. Чтобы мама не болела, чтобы папа был со мной, чтобы бабушка с дедулей к нам приехали весной. Я прошу тебя, о Боже, чудо это сотвори, и пропавшего котенка снова в дом к нам приведи. Услыхав молитву эту, улыбнулись небеса, и послал Господь ребенку все земные чудеса. Будь и ты, как тот ребенок, сердце Господу открой, и во всех мирских заботах будет сам Господь с тобой. Я забыла. Рады, друзья.
плавает. Рождество приходит. Дом приходит. Рождество приходит в дом. Рождество приходит в дом, чтобы счастье было в нем. Вот что нам нет. Ты не подсказывай это. Она знает, не подсказывай. Я еще не умею читать. Немножко умею считать. Но я знаю, праздник настал, день рождения Иисуса Христа. Вот и снова Рождество, сил небесных торжество. В этот день Христос пришел, чтоб спасти наш мир от зол. Слава вечна Ему, побеждающему тьму. Поздравляю всей душой с этой радостью большой. Давайте забудем и горе, и грусть. Сегодня родился младенец Иисус. Родился Он ночью в глубокой пещере. Его окружали лишь овцы до двери. Да ангелы, да пастухи, да охвы, а значит и люди, а значит и мы, стояли в сторонке и тихо смотрели на чудо такое в святом Вифлееме. Че, Вань, не тянешь? Забыл начало. Нет, а ночь была такой же, как другие. Весь город спал, заботы бросив прочь. Не спали лишь Иосиф и Мария. Их первенец родился в эту ночь. А в поле по костра сидели мирно, простые пастухи, овец спася своих. Вдруг с неба свет их осиял так дивно, и ангелы запели чудный стих. А в небе высоко средь звездного потока зажглась еще звезда, указывая путь. И шли волхвы с далекого востока, чтобы на царя рожденного взглянуть. События той ночи все мы знаем, через века Бог эту весть донес. И каждый год теперь мы вспоминаем ту ночь, когда родился нам Христос. Аминь. Рождественские колядки. Небо и земля, небо и земля, ныне торжествуют. Ангелы, люди, ангелы, люди, весело ликуют. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают. Пастухи играют, вас ее встречают, чудо, чудо возвещают. Во Вифлееме, во Вифлееме радость наступила. Чистая дева, чистая дева сына породила. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают. Пастухи играют, вас ее встречают, чудо, чудо возвещают. Вахвы с востока, вахвы с востока, Вифлеем приходят. Ладан и Смирну, ладан и Смирну, и золото приносят. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают. Пастухи играют, пастыря встречают, чудо, чудо возвещают. Христу и Богу, Христу и Богу мы поклонимся. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу, Ему возгласим мы. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают. Пастухи играют, пастыря встречают, чудо, чудо возвещают. Морозцы, снежинки падают, здесь шумно и легко. Весь мир сегодня празднует Иисуса Рождество. Подарки, поздравления, улыбки, торжество. И Господу хваление звучит со всех сторон. Пред именем Всевышнего поклонятся пусть все, не только в день детства, пусть помнят о Христе, но каждый час мгновений постерется без хвалы за жизнь, за рождение, за смерть, за воскресенье, за вечное спасение, за чудный дар любви. Блажен, кто не чистецами не знался, но по тернику он грешник и не шел. Тот общение со злодеем клонялся, не садился за родителем за стол. Блажен, кто отдан весь закону Бога, и днем, и ночью в этом круг его забот. Он словно дерево у чистого потока, оно естественно и правильно растет. Зацветет в нему положенные сроки, и даст плоды, и лист не мянет у него. Так же праведника на любой дороге, и в каждом деле ожидает торжество. А вот злодея, нечестивца, святотатца,
уносит ветер, как Микееву в молодьбе. И потому ему в судьбе не оправдаться. Нет спасения у грешника в суде. Блажен живущий с мыслями о Боге. Всевышний указывает, где уйти. И в мире правильных расширятся дороги, а нечестивых потеряются пути. Кто еще не рассказывал? Все рассказали? Я не специалист, в жизни не играл ни одной сцены. Но дети должны это знать. В Библии нету ни одного слова о театрах. Есть только один раз. Давиду угрожала смертельная опасность, и он решил сойти за сумасшедшего, юродивым. Давать слюни пускать по бороде, какие-то знаки чертить на воротах. А царь Анхут говорит, так у меня своих безумных выгоните, а ему это надо. За город выпустил, убежал и все. Дальше. Церковь православная, я говорю о сегодняшней, относилась отрицательно. Ян Златоуст называет театр-училище разврата. Я теперь стал смотреть, почему. Во-первых, показывали голых женщин, которые плавают. Ну и дальше. Он говорит, ты приходишь домой, твоя жена тебе уже не нравится и прочее. Теперь я считаю Фарара, это выпущена была целая серия книг, доктора Мартенсена «Христианская нравственность», два тома. И он говорит, как правильно ставить сценки. Вот это значит чего-то стоит. Я не могу себе истребить мнение такое, что я не буду слушать, что сказали. Если за того сказал, что-то в этом есть. Вот вы сейчас ставили такие сцены. Мне нравится. Но я должен это все совместить с Библией, с тем, что у нас в жизни есть. Мы все артисты. Вы даже не знаете, и ты артистка, и ты. Когда поем мы же херувим, вы понимаете смысл? Самое таинство. Мы, стоящие здесь, изображаем из себя херувимов.
Да это-то кого он изображает? Ну, какого-то царя, там вот она, Ирода. Да это ничего, херувима, все до одного. Все, мы лжем, когда живем так, то, что Златоуст говорит, даже с бесами нельзя сравнить, ибо бесы, говорит, не блудят и не сребролюбствуют, а у вас и это есть. У животных у каждого какое-то одно отрицательное качество, кровожадность, ядовитость, а в человеке все собрано. Поэтому изображать, конечно, надо. Вот я назову сейчас фильм «Иуда Бен-Гур». Иисус, так называется, по Евангелию от Луки. Этого никак нельзя отнести к тому, что говорит Златоуст. Это через этот фильм, который посмотрели больше 350 миллионов людей. Сколько людей пришло к Богу. Вот и религия ислам. Ислам вообще, ну, нас не касается. Ислам означает мирный. Более мирной религии нет. А на самом деле более воинственной нету. Которая во главу угла ставит ненависть к инакомыслящим. Убивает и везде взрывы, все. Обман, обман. А такими добренькими себя показывает. Православные точно так же. А мы православим, а делами мы славим или бесславим Бога. Мы тоже артисты. И я в том числе артист. Поэтому надо в этом деле разобраться. Мы знаем из артистов, некоторые на сцене показывали, как кривлялся, а вот они крещение принимают. И вдруг стал говорить во имя Отца, Сына, Святого Духа. Никто не поймет, он обратился, и дальше уже как христианин говорит, он канонизирован, его казнили. Притом не один такой был. Не один. Значит, выход есть. Сегодня фильмы ставят, если настоящую сцену без Голливуда не выйдешь, обязательно, чтобы была постельная сцена. Если этого нет, хотя бы поцеловались. Даже книги Иеремии возьмите, Авраам, Моисей, там все по божественному. Но все равно хоть маленько, иначе книги не пропустят. Не пропустят, это такой у них закон. Вы совершенно к этому не относитесь. Когда меня спрашивают, какое ваше отношение к этому, я не могу сказать, я только могу сказать, мне это нравится. Я мысленно хочу сказать, может я ошибаюсь, что дай Бог, чтобы такие у вас были руководители, вот Галина, Надежда. Видите как, у нас ничего здесь плохого нет. И кто будет нас судить за это, ну, я не одобрял это, моего благословения здесь нету. Но внутренне мне нравится. И поэтому соединить с тем, что говорили другие там святые отцы, ну, никаким боком не относятся. Возьмите фильм даже «Есфирь», какое благоговение, как израильский народ прославляется, что они какие доверились Богу. Так что вы сами помолитесь, чтобы каждому Бог положил на сердце, чтобы потом не говорили, меня заставили нацепить эту блестяшку, это она виновата, а я не хотела этого. Вы сегодня уже решитесь. Я вам сказал, мы все на самое ответственное счастье литургии, литургический канон, изображаем из себя херувимов. Ни царей, ни ангелов, и же херувимы, тайнообразующие. Мы из себя тайнообразуем херувимы. Такие ли мы? Херувимы мы. А то, может быть, только первую часть оставить предложение. Вот и все. Поэтому никогда потом, когда вырастете, не вините. У некоторых, может быть, жизнь сложится так. Жизнь, если пойдет, я певец буду, или я артист буду, это несчастные люди. Вот умер Хворостовский. Как правило, мозг поражен чем-то. Не один. Артисты. Третий раз, четвертый раз же замуж вышла. Ну, все эти, возьми там, Лидию Русланову я буду брать, которую. Ну, Пугачева, сколько? Конца края нет. Золотухин. Действительно, училище неблагочестия. Чтобы мягче сказать. Поэтому меня не раз спрашивали, а какое ваше отношение? Неопределенное. Неопределенное, но против я ничего не могу сказать. Не потому, что эти наши все дети... ну, просто по-другому я как бы не могу. Я обязательно сказал бы это. Так что, Надежда, Галина, кто этим занимается, смотрите, чтобы вот ниже этого уровня вы не опускались. Никак. Вам понятно, о чем я сказал? То есть это можно надвое раздвоить. И о чем говорит Златоуст, я тщательно посмотрел. Я Амос Камынский, это учитель мировой педагогики. И он говорит именно о театрах. Как их ставить, вот это можно посчитать, это великая дидактика. Посмотрите. Да благословит Господь не судить. И, может быть, и не подражать, но лучше вот в таком неопределенном состоянии остаться. Я не разобрался по сегодняшний день. Но детей этих только могу сказать. Благословенны, да будете у Бога. Аллилуйя. Дети, постойте, тетя Таня вас сфотографирует на память. А подарки когда? Да, иди сюда. Может, подарками сфоткать? Давайте с подарками. Сейчас они решат. Вареша, смотри. На фотографии это не отражается. Шуршат они, нет?
У нас пришуршало кто-то. Так, бороду поправили. Надо было на суперпи, она у него все время сваливается. Нормально, нормально. Братья же поправляют свою бороду. Да, ничего страшного. Теперь сладкие подарки. Держите. Мальчики, держите. А может, у них есть что там слово сказать-то, нет? А я спрашивала, нет, они не подготовили. Давай, Варечка, держи. У них Рождество давно прошло уже. Рождество Христово. Верочка, берите, передавайте все. Да не надо, я к маленькой. С Рождеством Христово. Благодарите. И пятишки. Сейчас туда зайдем, у нас еще пойдет лотерея праздничная. Что знать надо? Наши дорогие Ники, Рождеством Христовым. Детишки, теперь пройдете в детскую комнату, у нас для вас сюрприз есть. Молодцы! Спаси Христос вас! Из-за стола вывести, поблагодарите. Давай. Сейчас вернемся. Ой, тут прямо сейчас снимать будем. Дева Днепр существенного рождает, и земля ветвь неприступному приносит. Ангелы с царствами славословят, во встрече со звездой путешествуют. Нас во ради родиться, отрочи влада привечный Бог. Игнат Тихонович. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что позволил дожить до этого дня празднования Твоего дивного Рождества. Научи нас верить несомненно всему, что говорится в Святой Библии. Научи нас всегда молиться о бедствующих, которые ничего этого не имеют, парализованные, слепые, покинутые. Утеши их Твоим присутствием. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Да будет мир на Израиле, России, Украину, Сирию. Аминь. И другие страны. Аминь. Братья и сестры, Мария Яковлевна, всем поклон передаю. И с праздником. Мария Яковлевна всем вчера поклон передавала. Помолитесь, Марина летит 9 числа утром назад сюда. Передай, скажи, артисты играют. Да, конечно. Все болящие, награждающие, Всем поклон. Тут где матушка Людмила всем поклон передала.